Всем привет! Вы на канале Принцесса Кристина. Сегодня в продолжении серии наших экспериментов мы будем делать эксперимент с Кока-Колой. Что, Кристинушка, у нас будет? У нас будет такой ороситель или система орошения, сделанная из колы или Pepsi Light и Ментоса. Кристинушка, давай мы расскажем сначала, что нам для этого нужно. Нам нужна 2-литровая бутылка колы Light или Pepsi. Мы немножко отлили, затем расскажем зачем. Затем нам нужен Ментос и, собственно, сама система орошения. Да, ну немножко попозже мы открутим. А смотри, давай я расскажу про систему орошения. Она может быть, в принципе, любая. Мы вот нашли такую. И здесь вот мы уже заранее подготовили пробочку. То есть вырезали в пробочке дырочку, чтобы вот это все у нас вот так вот закрутилось. Да, Кристинушка? И сами продумали систему, по которой у нас будет Ментос опускаться в бутылочку. Все по порядку, расскажем, покажем. Держи. Давай мы покажем, что мы придумали с Ментосом. Как его нам быстро сюда отпустить. А ну держи, вытягивай. Сделали вот такой мешочек из сеточки. Надеемся его вот сюда вот прикрепить на веревочке. А потом вот так это все дело сюда прикрутить. И потом веревочку мы отпустим. И надеемся, Ментос упадет в колу. И будет пшик. И вообще в идеале, что вот эта вся конструкция начнет крутиться. Папа, я хочу Ментос. Ментос? Сейчас будем делать. Кристинушка, ну что, все готово. Сейчас мы будем нашу систему испытывать в жизни. Сейчас я уберу вот эту вот, вот этот замочек, и мы быстро-быстро отбегаем. Окей, договорились? Да. Так, ты готова? Отбегаем. В сторону, Кристина! Круто! Еще? Всем пока-пока, пока-пока-пока-канал! Всем пока-пока, спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал и ставьте лайки! Пока-пока!